Сегодня свои финальные тренировки перед завтрашним матчем провели обе команды. Россияне уехали готовиться в Адлер, а команда из Англии тренировалась на центральном стадионе, где завтра пройдет игра. Ранее Енисей СТМ уже встречался с Ньюкасл Фелконс. На их поле результатом встречи стал счет 55-7 в пользу английского клуба. Красноярцы реабилитировались в декабре в игре против французской команды Бриф. Счет 10-7. Игра также проходила на стадионе Югспорт. Эта победа тяжелой машины стала сенсационной. Поэтому впервые тренерский штаб российской команды, кстати, это первый клуб, который сумел попасть в элитный дивизион, перед матчем с англичанами ставит конкретную задачу – победить. Задача наша завтра опять же сыграть достойно, но в той же ситуации мы уже выигрывали на вашем поле, значит, на Югспорте уже у Брива, поэтому почему бы не выиграть еще один матч? Поэтому задача, да, стоит постараться выиграть завтрашний матч. Напомню, матч Енисей СТМ Ньюкасл Фелконс пройдет 16 января в Сочи на стадионе Югспорт. Начало в 14 часов. Вход свободный.